возите ребенка с безопасностью, пристегивайте его ремнем безопасности, чтобы обязательно был в кресле в детском. Евгений, лейтенант полиции, напоминает водителям о правилах перевозки юных пассажиров. Вопросов Галине Хохловой у него не возникло. За рулем она уже больше 10 лет и без машины свою жизнь не представляет. 4-летний сын опытной автоледи всегда пристегнут и находится в детском кресле. Прежде всего из-за безопасности. Дети же, это же наше будущее, наше продолжение. Поэтому как по-другому? Обязательно нужно пристегивать ребенка ремнем безопасности. Если нарушить правила, грозит штраф 3000 рублей, говорит Дмитрий Масолов. Майор полиции уверен, в борьбе с безответственными родителями поможет только одно. Профилактика, проведение профилактических бесед с водителями, профилактическая беседа непосредственно с детьми, чтобы они также говорили своим родителям о том, что их нужно пристегивать, напоминали своим родителям. Вот это браслет. Спасибо. Помаши ручку. Браслет подарили, патрульную машину показали, конфетой угостили. Маленький Никита мимо сотрудников в форме пройти не смог. Его мама Дарья Шемякина признается, автокресло помогает сосредоточиться на дороге. Потому что ты спокойно уверен, что твой ребенок в безопасности. При резком торможении ничего с ним не случится, потому что ситуации на дороге разные бывают, особенно зимой. Безопасность детей, ответственность родителей. Экономить и пренебрегать точно не стоит. Статистика доказывает, перевозка ребенка в автокресле снижает вероятность травм при авариях на 75%. Олеся Лукина, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».